еще добавлю про стоимость, то есть по жилью от 200 до 400 рупий, то же самое, что рублей, получается, что мой домик стоит 400, очень хорошее состояние, вот, но можно и за 400 встретить тот, который стоит 200, очень такой аскетичный. И в чем здесь разница принципиальная, так это в том, что тот, который за 200, он весь такой дырчатый, либо соломенный, и там практически все ползает, шевелится, кишит так же, как на улице. Вот. А в том, который получше, там, ну, более поприятнее жить. И, в принципе, там попросил, мне новый балдахин повесили. Ну, то есть, в принципе, более удобно, поскольку здоровые тараканы, какие-то жужелицы, всякая фигня ползает, летает. Ну, вот это, конечно, не очень good, потому что они, если открыта сумка, в сумку залазят. Кто-то с ними и в Россию приезжает, бывают такие случаи. По еде. Если в туристическом месте это поесть рублей 200, если уйти вглубь города, рублей 100. Фрукты, на удивление, бананы 60 рублей килограмм стоят, ананасы 40 рублей килограмм. Вот сегодня поел утром, очень хороший ананас. Папайя тоже 40 рублей килограмм. Кокос 30 рублей, сладости 250 рублей килограмм, их местные, вкусные. Что еще? Ну, вода, как обычно, там 20-30 рублей. Вот. Ну, в общем, довольно такое приятное место для отдыха, для каких-то реализации своих задач здесь.